заключение. Есть ли разница между туристической техникой и между спортивной? Большая разница. Абсолютно большая? Да. Расскажи, как ты это прочувствовал? Ну, то есть, какие у тебя ощущения? Тебя меньше несет, скорости ты не боишься, ты вообще не тормозишь, ты просто едешь и все. Расскажи. Нет, я не боюсь скорости. Наоборот, я люблю ездить на больших скоростях. Но несет меня достаточно часто, и поэтому я часто торможу. Но я думаю, что скоро я это чувство полю и буду уже ни когда не останавливаться. Ехать только вперед. Ну, сейчас у тебя получалось ехать именно так, чтобы тебя не несло? Я тебе просто помогаю. Немного. Немного? Не очень. Но когда ты работал соответственным образом коленями, исполнял это упражнение вместе с шариком, у тебя что было? Меня не несло. Мне было очень удобно и комфортно. Да? Спасибо большое.